Мэй Макэвой, американская киноактриса немого кино. Мэй родилась 8 сентября 1899 года. Ее дебютным фильмом стала «Ненависть» 1917 года. После появления в более чем трех десятках фильмов она исполнила одну из главных ролей в фильме «Бен-Гур» режиссера Фреда Нибла. Фильм стал одним из самых зрелищных в эпоху немого кино. Тем не менее, лучшей своей работой Мэй считала совместное с Эллом Джолсоном участие в первом звуковом фильме «Певец джаза». Хотя она не участвовала в диалогах в этом фильме, ее голос звучал в нескольких фильмах, в том числе во втором звуковом Warner Brothers в фильме ужасов «The Terror». Ее голос не слишком хорошо звучал в записи, поэтому она вскоре перестала сниматься. Позже она вернулась и сыграла несколько небольших ролей в фильмах 40-х и 50-х годов. Имела отношения с актерами Эдвардом Сазерлендом в 1921 году и Робертом Эгню в 1925. С 1929 по 1940 годы была замужем за Морисом Клири. В 1957 году она снялась в последнем своем фильме «Создавая женщину». 26 апреля 1984 года Мэй Макэвой умерла от сердечного приступа. Была похоронена на кладбище Святого Креста в Калвер-Сити, штат Калифорния. За ее вклад в кинематограф на Голливудской аллее славы заложена звезда около дома 1731 по Вайн-стрит.